В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день июля с погоды. Карачаева, Черкесии местами кратковременный дождь и гроза в отдельных районах сильные с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 19-24 выше нуля и местами до плюс 16. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 21-23 градусов тепла. В Кисловодске прошла всероссийская выставка «Арт времена и поколения», посвященная году педагога и наставника. Известный в республике фотограф Ренат Русов стал обладателем диплома первой степени. О том, в какой номинации он одержал победу, а также о новом проекте, который стартует уже в августе, в эти минуты в нашей студии Ренат расскажет моей соведущей Бейли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Ренат. Рада тебя видеть вновь у нас в гостях. И опять ты с новыми победами, с новыми дипломами. У тебя диплом первой степени. Прошла всероссийская выставка, где твоя работа получила первое место. Значит, выставка называлась «Арт времена и поколения», насколько я знаю, где-то на Кавминводах проходила. В какой номинации э, ты победил? И, ну, несколько слов о выставке расскажи. Доброе утро было, доброе утро, дорогие телезрители. Спасибо за приглашение и спасибо за поздравления, очень приятно. А, действительно, вот недавно вообще все проекты в этом году у нас связаны с вводом наставника и педагога. И вот этот конкурс, этот фестиваль, mm -hmm. который прошел у нас в Кисловодске, это mm -hmm. музей крепость. Mm -hmm. И там я как раз отправил фотографию, было две работы, и одна работа как раз заняла первое место в номинации ⁇ Фотография угу. ⁇ а Работа тоже связана с депортацией, угу. и этот проект будет дальше продвигаться, он будет расширяться было представлено помимо фотографий другие направления. Это изобразительное искусство, и керамика, и все остальное, все, что вы можете связать с искусством, там это все было. И были очень хорошие работы. Но в любом случае, первое место на Всероссийской выставке, я считаю, что это большой успех. Ну конечно, ты не будешь сидеть, не будешь сидеть без дела. Я знаю твой характер. мало того, что ты сейчас в горах. Но опять-таки ты вот-вот-вот-вот поедешь на какую-то другую выставку. И проект какой-то с девушкой-фотографом вы планируете. Или она не фотограф. Но я знаю, что у тебя интересный проект сейчас какой-то готовится. Да, совершенно верно. Сначала расскажу про ближайшие события, которые у нас произойдут в августе. С 11 по 30 августа запускается новый проект. Пройдет он в парке города Кисловодска и, в принципе, анонсирован также к нему. Uh -huh. Проект называется «Водопейцы. Uh -huh. Жажда вдохновения». Вот uh -huh. такой интересный проект, в который меня пригласила замечательная Анастасия Лонгурова. Uh -huh. Она также будет и курировать, и анонсировать этот проект. Проект связан с изобразительным искусством, вообще с художественными направлениями, и все, кто захочет, будет, если захочет участвовать, то, конечно же, эта площадка открыта для всех желающих. Mm -hmm. Что касается проекта с девочкой, вот недавно девочка одна выиграла у нас грантовый проект социальный. Mm -hmm. Я участвую в роли наставника, и mm -hmm. проект будет связан тоже с депортацией как mm -hmm. раз таки. Mm -hmm. Вот, пока анонсировать, к сожалению, не могу, потому что автор проекта – это девочка, но мы, да. скорее всего, вместе к вам скоро тоже придем. В общем, в работаете над этим сейчас. Да, в ближайшее да. время будем, будем работать над, над этим. успехов тебе дальнейших. Спасибо а, большое. Так держать, а, привози к нам в республику всегда первые места, успеха, удачи тебе. Спасибо, Спасибо тебе. Огромное. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо. И заглянем в календарь. Каждый год 11 июля сладкоежки отмечают профессиональный праздник – Всемирный день шоколада. Говорят, что только в этот праздник можно есть неограниченное количество сладостей, и ничего вам за это не будет – ни лишних калорий, ни проблем со здоровьем. Мировые кондитерские фабрики в этот день устраивают праздник шоколада, рассказывая о его пользе и вреде. В России есть три музея шоколада в Москве, Санкт-Петербурге и в Покрове. Каждый год 11 июля там проходят массовые гуляния и устраиваются ярмарки. Продают, конечно же, шоколад в разных видах, от сувениров до сладкой одежды. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программу черкесской редакции. А в 14.30 «Вести Карачаева-Черкесия» с Муратом Джанкезовым. Всем хорошего дня и встретимся завтра.